так, с чего все началось? Как мы познакомились с Андреем? На самом деле, я вообще о нем ничего не знала до того момента, как он, как моя подруга, выиграла у него конкурс, и она мне как бы про это рассказала. Я его знала только по плохим новостям, да, где он там типа девочку избил, еще что-то сделал, короче, такие какие-то кринжовые вещи, и мне, ну, в целом было это неинтересно. И потом мне моя подруга написала, что он хочет со мной познакомиться, якобы, что типа он меня зовет там прилететь в Турцию и все такое, готов там подарить, что я захочу. Соответственно, я никуда не полетела.